Здравствуйте. Нам задали вопрос, можно ли надевать на шею некрещенному ребенку икону православного святого. Крестить хотим чуть позже. Ждем приезда крестных. Вообще, в принципе, надевать икону святого можно, но только вопрос, зачем сейчас? Если вы ждете приезда крестных, до крещения как бы нет необходимости. Это не оберег, это не какой-то амулет, это икона для того, чтобы человек мог и помолиться, и вспомнить своего святого. Но так как ребенок у вас не крещенный, то в этом целесообразности я в данной ситуации не вижу. Окрестить надо стараться как можно быстрее. Постарайтесь подобрать время, так чтобы и крестным было удобно, чтобы они могли приехать пораньше, и вам, чтобы не ждать долго этого события. Здравствуйте. К нам поступил следующий вопрос. Достаточно ли исповеди или надо просить у человека прощения? Давайте мы с вами начнем с того, и вспомним евангельское чтение, и вспомним тот момент, когда Господа распяли, и с Ним по правую и левую руку были распяты двое разбойников. Один из них поносил Господа и говорил вместе с народом: «Если ты Сын Божий, то садись со креста и нам помоги». Другой же, его потом мы называть будем благоразумный разбойник, он сказал следующее. Во-первых, он также поругал этого разбойника и говоря ему, что мы с тобою за свои дела пострадали, а этот человек, этот пророк, он невинен, и он ни за что страдает. И когда он обратился к Господу с такими словами: «Помяни меня, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем», на что Господь наш Иисус Христос ответил: «Сегодня же будешь со мною в раи». Вот эти слова – это была первая исповедь, которая была дарована нам с вами для того, чтобы мы смогли исповедоваться. И вот когда мы с вами приходим на исповедь, таинство исповеди, мы прежде всего подготавливаемся духовно. Мы полностью должны себя подготовить к тому моменту, чтобы обдумать свои поступки, свои дела, свои мысли, а просто обдумать свою жизнь. Правильно ли мы живем? Верующие ли мы люди? И когда, подходя к исповеди, конечно же, мы должны не только сами простить, но и попросить прощения у того человека или у тех людей, которых, может, мы обидели словом или делом, или каким-то еще действиями. И вот только после этого мы можем со спокойной душою подойти к таинству исповеди и главному таинству – таинству святого причащения. Это самое главное, потому что исповедь – это то откровение, это разговор человека с Богом посредством того, что человек исповедует свои грехи, все самое тайное, все самое глубокое своей души и своей жизни и своего разума. Это очень важно, ведь если человек будет исповедоваться формально, рассказав просто некоторые грехи или пересказав их просто по списку, он не сделает главного, у него нет искреннего покаяния в сердце. А ведь исповедь – это исправление, исправление человека, исправление всей его жизни. Ведь мы стараемся, когда просим Господа Бога, чтобы Он нам помог исправиться в нашей жизни и помог нам, и направил нас на путь истины. И поэтому постараться нужно, конечно же, человека простить или людей, которых чем-то обидели, и после этого уже подойти к исповеди и искренне покаяться и в своих сугубых глубоких грехах, которые может таяться уже очень долго. Ну и, конечно же, в том грехе, в котором мы оскорбили или обидели человека. И тогда вот наша исповедь будет
искренней и доброй. И поэтому я пожелаю, чтобы прежде чем подходить к святому таинству исповеди, старались мы с вами, дорогие братья и сестры, себя подготовить очень тщательно, обдумать все, что мы хотели бы сказать, и попросить прощения у Господа Бога, попросить прощения у своего ближнего и быть самим прощенными. К нам поступил следующий вопрос. Если Бог милостив, то почему в мире так много несправедливости? И если Бог нас любит, то почему допускает страдания? Этот вопрос, конечно, очень многогранен, потому что вопрос о страданиях, о зле в мире – один из самых сложнейших вопросов богословия и сложнейших вопросов вообще для человека, особенно для новоначального человека в церкви, да, наверное, для любого человека. Да? Почему, если Бог есть любовь, есть зло в мире? Об этом написаны большие труды. Об этом ведутся споры несколько уже почти тысяч лет. Но если кратко отвечать с точки зрения православия на этот вопрос, можно сказать так, что Бог не создавал зла в мире. Бог создал только добро. Но Он также создал человека со свободой воли. И вот в самой свободе воли человека уже заложено то, что человек может выбирать, творить ему зло или творить ему добро. И вот человек, реализуя эту свободу воли, в какой-то момент стал творить зло. То есть Бог не создавал никакого зла в этом мире, человек создал это зло в мире. То есть Бог этого зла не создавал, и Бог просто попускает этого зло, потому что если Он не будет попускать это зло в человеке, Он отнимает, в конце концов, отнимет свободу воли у человека. А человек без свободы воли, по сути дела, это животное. То есть нет, уже нельзя называть человека человеком без свободы воли. Да? Это определяющее качество человека как человека. Поэтому, если у человека есть свобода воли, он свободен выбирать и творить или добро, или зло. И, к сожалению, да, многие из нас, каждый из нас, наверное, в этом мире иногда выбирает зло. Поэтому и зло в мире существует. И если посмотреть, опять же, как раз на вторую часть вопроса, Бог как раз попускает и терпит это зло по своему милосердию. Потому что мы все его дети, мы все его возлюбленные дети. И он для всех из нас желает добра, то есть желает воссоединиться с собой. Поэтому он иногда долготерпит это зло. Он надеется, что человек вернется к Богу, вернется к добрым делам, вернет свое сердце к заповедям Божьим и перестанет творить это зло в мире. Потому что, опять же, мы очень часто говорим про справедливость. Но справедливость мы почему-то подразумеваем по отношению к кому-то другому. Да? Почему? Так случается, что вот Бог не наказывает этого человека, когда он творит какое-то зло. Но если мы подумаем про себя или про своих детей, или своих близких, родителей какой-то, мы уже забываем про справедливость. Мы как раз хотим милосердия от Бога к нам. Да? Мы стараемся, мы и говорим в молитвах. Я вот не помню, наверное, ни одной молитвы, где мы бы говорили: «Господи, будь ко мне справедлив». И множество молитв, где мы просим милости к себе от Бога. Поэтому здесь тоже иногда получается двойной стандарт, когда мы говорим про справедливость. Справедливость мы предполагаем, что надо Богу применять к кому-то другому. А вот милосердие мы хотим применять к самому себе. И при этом забывая, что для Бога мы все равны, для Бога мы все Его дети, и поэтому Он ко всем из нас милостив. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, с самого младенчества ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Да? Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование,
во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином, но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом, и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове крещение, в корне это слово лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь, и через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит: «Кто любит меня, пусть отвержется себя, возьмет крест свой, вслед меня идет». Вот это таинство крещения – это взятие на себя креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок этот упрек скажет родителям, что зачем вы меня крестили, если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего. Для чего меня крестили? Зачем? Ведь часто крещение принимают из, к сожалению, даже и меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное там счастье, успех и так далее. Но все это не так, все это лживые, неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к Христу, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и то же самое младенец. Если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру, да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера, она моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны с своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, это уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемой паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По плоскому рождается от родителей, да, и по духовному – это от Господа, через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды.